dziękuję bardzo za pomoc z Polski, bo naprawdę u nas teraz ciężka sytuacja, dlatego że zamknięta ta granica między Донецьким обводом и Украиной, и люди не имеют возможности получить выплаты, америтуры. И те пенёнчики преважно пойдут для тех старших людей, кто же не имеют возможности получить америтуры на выживение, на жизнь. Мамы свои филии в Докучаевску, в Терезе, в Макеевце. И направду великие деньги за ту помощь. Направду трудная ситуация для людей. Дякую.